И во время перестройки при Горбачёве открыли на какое-то время. 2-3 года. Я успел сходить много раз и выписал много. А потом, через несколько лет, студентов решил привлечь. Их уже не пускали в архивы. Я сам пошел, и меня уже перестали искать. Некоторые заново создавались, им выделяли место, говорили, вот сосны стоят, сами пилите, сами рубите и стройте дома. Скотину разрешали. Разрешить, значит, разводить свиней татарам. На смешку. Солтунюков, значит, выступает в защиту и говорит, что надо разрешить им ехать жить в Крыму. И это многие осуждали, жаловались, ябедничали. Не надо. А крымских татаров, они изменники там, отказывались печатать Мармарийской правде там, значит, да, что это не стоит, а как же говорить, лагерную тематику, значит, надо о хороших людях писать.